В Крыму объявлен режим ЧС природного характера из-за продолжительной засухи в 4 сельскохозяйственных районах – Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском. Распоряжение о введении чрезвычайной ситуации подписал глава Крыма. За последние полугодия выпала всего половина среднемноголетней нормы осадков. Зима и весна были теплыми и малоснежными. Погибли посевы зерновых и озимых культур. По заявлению главы республики ранее, подсчитанный ущерб от засухи в некоторых регионах Крыма составил более 1 000 000 000 рублей. Ряд регионов, то есть практически вот без дождя, без капли, то есть всю весну просидели, там более 100 тысяч гектар практически выгорело. Сегодня цифры изменились. Прогнозируемая угроза для крымского бюджета – ущерб более чем на 164 миллиона рублей, а площадь выгоревших посевов – порядка 18 тысяч гектаров. На посевных площадях Первомайского района прямые затраты составили 81 621 113 рублей. В Красногвардейском районе сумма причиненного засухой убытка превысила 58 388 000 рублей. В Советском районе 13 161 000 рублей. В Нижнегорском районе прямые затраты составили 11 250 000 рублей. Прогнозируемый урожай в этом году снизится почти в 2 раза, а именно до 800 тысяч тонн зерна. Российское министерство сельского хозяйства тоже уже скорректировало прогноз на снижение урожая до 105-110 миллионов тонн зерна, когда, как по более раннему прогнозу ведомства, эти показатели достигали 115 миллионов тонн. На данный момент в крымском Минсельхозе готовят документы в Министерство федерального уровня для рассмотрения решения о выделении средств из бюджета страны, чтобы компенсировать крымским сельхозтоваропроизводителям ущерб. Анастасия Донская, служба новостей ИТВ.